еще соус. Две галошка. И вот это. Это острое не будет. Так, рис. Идет у меня рис. Следующее это мясо, да? Посмотрите. Нет, посмотрите сами. Мясо, да? Колбаска. Колбаска? Ну, чуть-чуть есть остряка. Ну, пойдет. Была приправа, да? Да. И тебе вода. А воду куда? Это дискотека. Холодную? Да. Сборная вода. Она была в комплекте. А кипяток куда? Вот сейчас сюда. Давай высыпай. Соевый соус это в конце. Так, сборная вода пошла, да? Вот это. Вита. Ложка. Вилка с ложкой. А, это вместе вилка и ложка. Вилка-ложка, да? Это что ты, Тёма, открываешь? Нагревающий пакет такой. Раскрываем пакет. Нужно кипяток наливать вот куда. Мы не поняли, кипяток или воду, мы наливали кипяток, у нас все получилось. Подожди, подожди. Отметку? Кастрюля, короче. Да, мини-кастрюля такая. По очереди. Что-то будет варить. В общем, еще короче, жалко. Варим. Сейчас начнется идти. В поезде варим еду, да? Да. Я уже волнуюсь. Ах, нет. Сейчас еще не идет. Чуть-чуть попозже сейчас. Пакет. О, пар у нас. О, как идет пар. Кастрюлька варится. Варит. Вот она. Я сразу одну. Открываем. Нашу печку, кастрюльку. Так, мой прибор. Как, готов рис? Сейчас попробую. Давай, ты пробуй. Если он не готов, еще нам палку минут один. Три. Так тебе будет. Нормально? Абсолютно готов. Да.